очевидно, что при заходе в Газу и зачистке гнезд террористов и прорывах бункеров его лидеров будет использовано невиданное до сих пор максимальное количество огневого поражения, чтобы достичь целей с минимальными потерями среди солдат израильской армии. Это первичная задача. Естественно, Израиль хочет минимизировать потери среди гражданского населения. Этим и вызван этот призыв к жителям пока северной половины Газа эвакуироваться. Как вы видите, несмотря на все призывы Хамаса остаться и воевать вместе с хамасовскими боевиками, простые палестинцы как-то не очень мечтают о встрече, например, с двухтонной бомбой перед пенетратором или управляемой бомбой 500-килограммовой GBU-31.